Мне, конечно, есть отчаянный шанс найти его, но я не уверен, что поможет. И что это? Я пытался найти его, найти не все. Что это за идол? Нахуй знает. И что это было? Мне выкинул? Да. О, мне души пришли какие-то. Он что, пиздит? Он не может пиздить. А, да вон они его пиздят, да. Я его вижу. Кто? Он спать с Лазари, они вообще убьют его. Что? Я не понял. Что? Кто? Что, где? Что я не понял, как ты видел, что он делал? Да что, блин? Что произошло? Его песики записали ногами. В смысле, ну че, они не должны на него агриться. Делся. У меня нет пока что ни копейки. А то могли бы еще пойти в ДЛС проходить, но что-то из тебя не так не очень. Иди нахрен, это не моя вина, что мне не... Ничего. Что, как-то не очень? Не как-то а не... кажется, что как бы... Ты видел, что он делал со мной? А, его окружил куда можно. Ты видел, как он меня насиловал? Слушай, ты знаешь, что магов в этой игре ненавидит никто? То есть он меня он раз, два, три, как автомат, да не даже не дал встать. Тебя один раз пойдет автомат, сама всего часа. Ну что это за фигня? Почему меня так сильно не видят? Я дебил. Ты заюзал знак тьмы? Нет, я положил бошку Отрика. И у меня катсцена сейчас. Благородные повелители пепла. Меня на колени поставили. Огонь затух. Какой-то чувак как-то умудрился вылезти. А, я понял, как он вылез. Так я на него не садился. Я рядом с ним стоял просто. Эй, какой-то чувак вылез на этот чертов трон. И нарисовал там послание. Ты посчитай, ты сдохну. Нет, время перешло, удобство. Или станет. А в смысле, все равно что-то. Ты уверен? Опа. Yeah. А? А. Слушай, я и не хочу. Я тоже. Ты мне сам заставляешь пойти. А он летит аж щемит. А чем мы с ним деремся? Такие ножки. Сам виноват, что напал на нас. Пидор. Хотя это мы технически ты мы его призвали. А это мы уже можем убить. Весело. А его камбук есть? Он доставал уголь, чтобы его активировать, он повернулся ко мне лицом, и вместо того, чтобы достать уголь, он показал мне факт. А как зайти туда? А, это же для тебя. Thank you.
Ого! Слушай, Зевс. Стой! Сходи. Нет, ну все, я там оставлю ты на... Вот, давай быстрее, а. О, Готминку, тут как на кроме не интересно. Я уже у босса. А, о! Мог бы раньше. Зачем же так все быстро делать-то? А как войти-то? Молния сверху. Молния сверху. Беги. Я забыл, что она убивает сразу. Чё? Я забыл, что это хренел быть от независимости, а потом... Она. Держи, кошечка туда. В смысле? Он там тупит, ты видел, он там куда-то в воздух полил, когда я там... Видишь, он тут ничего сделать не может. Да ничего. Он меня сейчас зажарит. Да бля! Да пиздец. Нашел! Ты серьезно? Да он бежал вообще в угол, какого хрена? Я его цапнул за ногу, он обиделся. Сон, короче, у Маши есть брат, запоминай. Ты сейчас должен нам помочь. Мы тебя побреем. И отправим к Маше в комнату убираться. Это типа ее старый брат. Мне уже... А он ведь вертится во время ульты, правда? А я и не знаю. Сцена. Зачем ты всегда после победы над боссом надеваешь башку мимика? Без катсцен таких. Ты тебя. У меня нет хилов. У меня так ничего. Меня жопа убьёт. Бей быстрее. Паш, повторюсь. Да! Я забежал вот сюда, он этот вот тупо не мог пройти. Слушай, тут финальный босс, я манал. Ну да. Пошли отсюда, а как же чемпион Гундир? А какой смысл? Хочу повесить чемпиона Гундира за яйца. Убери себе фантазии при себе. Сейчас. Значит, готов пинать Гундира? Я нет. Я готов. А почему он поехал? Это было не очень хорошее начало. Да? Продолжаю Dark Souls, я свернул эту игру и... Она вылетела. Нет. Она не отвечает даже. Диспетчер задач. Когда не знаю, во время боя просто надеваешь. Когда, да, никого, когда не помню, ты рядом и все. Серьезно? То же самое урод. Нет, это другой. Точка, это точка. А, стоп, это вот.
Это хорошо, конечно, но я вообще... Хорошо, Валик, я тебя бил, короче, с того такой иммигрант. Чё ты мне делаешь? Угу. Я говорю, не ага, помоги мне, бля. Я его оглушил. Теперь, короче, одного придурка, и он бил Гудира рукой. Как итог, он поднялся в небо его и улетел за карту. То есть это маслина такая мощная или читай? Нет, это он просто схватил его и выкинул за карту. Ладно. Слушай, Вадик, шевели пауками. Пофиг на призыв. Шевели пауками. Ты где, блин? Я уже у босса. Ты где убираешь? Да. Ты где забыл в какую сторону? Ты че, придурок? Ты че мне кинул на попу, блин? Ты куда пошел, иди? Чисток. Хочешь еще меня нагрузить? Ты пробежал мимо них всех, и они сагрились в одну толпу. Когда я побежал за тобой, они мне тупо зажали. Нет, это, конечно, шикарно, но ты их оставил всех в одном месте. Ты чувак спал. Слушай, Валик. Бегу. Пни его, что ли, уже. Да я не добежал еще, о. Блин, я... Давай, огрем того сначала. Стоп, а зачем этих убивать? А, ну а то ли побежали сюда.